зовут Макс. Я красногорский металлист. Металлистом я являюсь 6 лет. В то время наш город был самым прекрасным городом в Подмосковье. В нем появились такие группы, как Анж, Железный поток, Дом ветров. Но вот однажды понаехало хачьё. Они привезли с собой негритянский гангстер-рэп. Они тащились от него, потому что живут так же, как негры в Соединенных Штатах Америки. Естественно, не без помощи радио и телевидения рэп докатился и до ГПТ. Она быстро его вкусила. И поэтому ситуация за какие-то 5 лет вышла из-под контроля. И нас ожидает мрачное, а может быть и грязное, кровавое будущее. Усмирив хачей, мы, то есть рокеры, почему-то притихли. И сейчас нас, можно сказать, уже почти не осталось. Вот так вот выглядят улицы моего города. Можно увидеть только вот эти вот рэперские гангста-хари. Ни одного панка, металлиста или тем более гота невозможно увидеть ни на одной из улиц. Они ходят здесь, не стыдясь своей позорной культуры. А эти даже не скрывают свои черножопые ебала, как у них принято, за разрисованной банданой зеленого или реже красного или фиолетового цвета. Зависит от того, насколько эта мразь развращена. И такое говно не редкость. Они тут ведут себя особенно нагло, считая, что их культура уже поработила белый мир. Девочка-рэпер. Истинные русские люди. Хачи, которые плодят тут рэперов. А их родители, в свою очередь, плодят наркоманов, распространяют болезни и еще много всего вредного для нашего общества. Вот так вот они, подобно кобелям, метят углы и стены на улицах наших городов. Красногорск не исключение. Они во всем стараются подражать своим черным кумирам. Посмотрите на них. Русская рожа. Суровый гангстер. Гопник, сфотканный на самобилу. Лицо рэперов. Без комментариев. Они, подобно неграм, гомосят прямо на улицах, несмотря на то, что внешне все еще остаются белыми людьми. Это территория Шоблы-Ёблы под названием 27-й район. А это уже 23-й район. Они живут по извращенным криминальным законам, не имея никакого понятия о настоящей жизни на зоне. Даже большая половина из них не была в тюрячке, а те, кто были,
никогда не станут заниматься такой хуйней. Это слова одного из рэперов. Мне с металлистами на 5 домах удалось закрасить их поганую мазью, но они нагло стали средь бела дня писать вот такие вот лозунги. Что с ними было потом, я говорить не буду, но надпись обновляется каждый день. На помойках они кучкуются, потому что в 2007 году их стало настолько много, что городские свалки ими просто забиты. Эти рожи вызывают у меня абсолютный гнев, так как они хуже врагов, они предатели. Они поганая гопота, перенявшая нигерскую культуру. Эй! Привет, красногорские мужики! Отлично! Мы рады перед собой местных васильевских людей, где скоро пройдет громадный шахматный турнир. Отлично! Итак, сегодня по личному распоряжению мэра Ложкина в городе Красногорске, посвященный Дню молодежи, происходит юбилейное выступление группы «Коррозия металла» на фестивале «Рокфест 2». Ура! Концерт группы «Коррозия металла». Это было еще во времена полного царствования рокеров. И когда Хачевские и вайт-нигерские свиньи не смели вылезти из грязных подворотней. Коррозия металла! Суровой реальности. Эти парни еще не совсем рэперы. Их белые лица не превратились в нигерские ебала. Поэтому бандан
и прочие атрибутики пока еще нету. Но на их мобилах рэп, в их головах нигерская мечта о богатой жизни. Они думают, что в Америке правят богатые негритосы, которые на крутых тачках разъезжают по ее шикарным городам. На самом деле это, конечно, не так, но это чуть позже. В камеру они не стали обсирать рок, но стоило мне ее выключить, говно текло из их ртов не хуже, чем из жопы. Еще на этом же месте тусуются паркурщики, но как только мы пытались их заснять, они тут же, увидев камеру, разбегались во все стороны, поджав член. Вот что говорит молодое поколение, не зараженное рэпом. Рэп — это хуйня, а не стишки ебаные. Что там, скажи тему, бля? Во, правильно. Вот что там, скажи тему? Ой, я там пошел, что-то там вышел, бля. Поиграл в игру там. Что там? Отъебал бабу за все сиськи. Антон. А вот вам сытая, зажратая Америка. Власти негритосов тут что-то не видно. Ты думаешь, это милый райончик? Ничего подобного. Два дня назад ограбили магазин. Его ранили два раза. Они стреляли в его машину на ходу. Мы здесь защищаем нашу территорию. Даллас не лучшее место на земле. Мы не банда, мы семья. Это Даллас, Техас, о боже. Мелисса. Мне кажется, мы должны заставить людей понять, что пора действовать, пока еще не слишком поздно, и пока еще наша страна не совсем уничтожена. Прежде всего, от террористических атак мусульман. Черт, ненавижу мусульман. Нигеры на улицах, как последнее дерьмо. Мы знаем, что делать с этим мусором. Собраться дружно и выбросить его. Расовое деление могло бы существовать и нормально функционировать, если бы больше людей признавали его. Почему мы этим озабочены? Давайте устроим расовое деление, и сразу же все станет лучше. Мне кажется, что лет через пять все это дерьмо приведет к гражданской войне. Смысл волноваться? Выбор прост, либо убирайтесь нахрен из страны, либо атомная война. Все просто. Также поступить с педерастами и лесбиянками, потому что они только переносят болезни. Нужно избавиться от этого дерьма, потому что у моей дочери должна быть счастливая жизнь. Неважно где. Снимай с предохранителя. Нет, просто стреляй. Готов? Да. Думаю, теперь стало понятно, что негров в Америке не уважают
И я не думаю, чтобы богатых, респектабельных людей прямо ж так ненавидели. Да потому что негры — это вот кто. Мы отвисаем, как обезьяны в джунглях. Как обезьяны в джунглях. Мы отвисаем, как обезьяны в джунглях. Как обезьяны в джунглях. Давайте узнаем больше о рэперах на примере этого молодого человека. Он куда-то спешит. Куда? Зачем? В клуб за очередной дозой рэпа. На нулевой стадии они не подают внешних признаков и выглядят как простые обыватели. Однако это более слабые особи на генетическом уровне. Их слабость проявляется во всем. В физической силе, в силе духа, в сопротивлении к зависимостям. Они ищут себе порабощение в виде денег, материальных ценностей, удовольствий. Готовы преклоняться перед особами женского пола, полагая по недоразвитости, что такие глупости, как любовь, доброта и сострадание, существуют на самом деле. Не находя этого, рэпер снимает стресс наркотиками. Через 2-3 недели увлечения рэпом начинается первая стадия. Рэпер еще полностью не сформировался. Его личность почти не подвержена деформации. На этом этапе рэпер считает, что всего лишь экспериментирует с музыкой и своей жизнью. При этом пробует различные виды легких наркотиков, постепенно увеличивая частоту их приема. В этот момент рэпер находит компанию из себе подобных. Обычно они сбиваются в кучи по 3-5 человек в квартире. Уже тогда они боятся показаться на людях. По выше указанным причинам у рэперов нет лидерских способностей, поэтому над ними всегда есть старший по возрасту. Я научилась летать, научу медитировать. Я научилась познавать свое «я». Именно от него они получают первые дозы наркотиков, а также кассеты с рэпом. Русские имена заменяются примитивными кличками, такими как Децл, Шеф, Малой, Птаха. Отдай Птахи.
рэперы уже плотно сидят на игле и полностью подчинены воле старшего. Такие понятия, как родина, кровь и раса, перестают иметь для них какое-либо значение. Так же, как и близкие родственники. Я здесь хозяин! Пошла вон, старая корга! Рэпер, как существо по натуре трусливое, боится наступления ломки и думает лишь о наркотиках и кайфе. Нет такого воровства, на которое бы не пошел рэпер на этой стадии. Карманные кражи дополняются продажей собственного имущества. Дай хотя бы колеса, денег у меня нет. Нет! Хотя... Не трогай! А, впрочем, сколько он стоит? 500. Все нормально. Готовлюсь. Бабушка на даче. Творецкий по телевизору. Рэп уходит на второй план, уступая место лишь наркотикам. Без них рэперы уже не могут жить. Именно в этот момент они начинают расписывать все вокруг. Соседи могут догадаться, что рядом с ними живет рэпер, так как его квартира больше напоминает сарай. При этом возможен шум по ночам и специфические запахи запрещенных веществ. Второй стадии наступает значительная деформация личности у рэпера. Старший как можно скорее использует его в своих целях.
прививая ненависть ко всему русскому. Ваш рок – дерьмо. Панки, хиппи, рокеры, металлисты, козлы вонючие, обезьяны-анонисты. Кто не знает настоящего кайфа, твари убогие. Стадия полной зависимости от наркотиков и деградации личности. Рэперы все больше похожи на животных. Они становятся бесполезны в ручном труде. Готовы на любое преступление и унижение ради дозы. Старшие кидают своих подопечных и исчезают, добившись своих корыстных целей. Ну скажи, что мне делать, скажи, ну дай мне шарнуться. Дай мне шарнуться, дай мне хоть что-нибудь. Внутри все болит и колотится, как лошадь в закрытом шкафу. Дай, я умоляю тебя. Хватит. Компания рэперов распадается. Через 6-8 часов после прекращения приема наркотиков у рэперов начинается ломка. В этот момент они, как правило, находятся поодиночке, испытывая сильнейшие страдания и корчась от боли, рэпер снуется по квартире, ища спасения хоть в чем-то. Кроме всего прочего, усиливаются галлюцинации. Ломка продолжается до месяца. Как правило, во время нее рэпер в страшных мучениях погибает. Вонючих улиц на еще более грязную и вонючую сцену. Таким выглядит эфир наших телеканалов. Грязные, вонючие мартышки прыгают и что-то там пытаются еще нам сказать. Хотя все и так видно.
как сказал один рэпер, хип-хоп держится на четырех колоннах. Рэп — это только одна из них, но самое главное. Вторая колонна — это граффити. Третья — паркур. Четвертая — брейк-данс. Бороться следует со всеми четырьмя этими явлениями. Естественно, главнее всего рэп. Его-то и нужно нам сейчас уничтожить. Ситуация настолько херовая, что из помойной ямы вылезла даже такая тварь, как Децл. Сейчас он опять поганит и без того нашу убогую эстраду под кличкой Летрюк. Также выползла мразь по кличке Титомир и тут же нашла себе дружка Тимати. Для тех, кто не знает или не помнит, кто такой Богдан Титомир, хочу напомнить, эта рэперская мразь появилась на нашей эстраде еще в поганое советское время. Рок тогда притесняли так же, как и сейчас. В нашем ДК «Бескультурье Подмосковья» спустя год после коррозии металла прошел концерт «Арии». Вместо обещанных 1500 человек было только чуть больше 800. Остальные завязли в драке с гопотой. Рэперы оккупировали территорию вокруг ДК и днем и ночью находятся там. Естественно, срут и ссут они там же. Поэтому ДК и получил название «Дом Бескультурья». Небо сидящего на престоле, но тьма давно прокралась в сердца и души человеческие, наполнила их ядом ненависти и зависти, спела хвалебные гимны их глупым амбициям. И век за веком брат убивает брата, отцы детей своих, а дети родивших их. Войны ради призраков веры, свободы и справедливости не дают земле остыть от пламени грабежей, насилия, невежества. Что есть зло, что есть добро, что есть вера истинная и непогрешимая. И где начинается свет? Ответ знает лишь всадник на бледном коне, что ждет нас у самого края. Ад следует за ним, а имя тому всаднику — смерть. Еще не пали вниз звезды небесные. Нет начала, нет конца истории. Но близок час, когда солнце и луна померкнут, а звезды потеряют блеск свой, и грянет последняя битва человечества, в которой не будет победителя, и имя которой — Армагеддон. Thank you.
Концерт Арии был последним нормальным проявлением рока в Красногорске. После долгого затишья провели уличный халявный рок-фест, на котором выступали наши рок-таланты. Но перед этим они устроили рэперскую тусовку. На этих кадрах видно, как рэперы слюнявят микрофоны. После чего у организаторов этой шараги хватило наглости пустить металлистов на сцену, засранную рэперами. Как можно было нормально петь на этом вонючем оборудовании, совсем непонятно. Просто дохуя! Часто бывают на концертах группы Дом Ветров. Часто бывают на нечастых концертах группы Дом Ветров. Обвиняют нас. Даже на... нас нет во время выступления группы Анж народу все равно было мало. Потому что нормальных людей, ротеров, смущало то, что от заборов и от земли, где валялись фекалии, и было кругом насано, воняло так, будто здесь куча гнилого мяса. Всю эту вонь оставили после себя рэперы, которые выступали здесь за час до рок-феста. Я капрал отряда по борьбе с рэперами Crazy Max. А тебя как звать? Что? К
Как звать, я спрашиваю? Питер Хэммонд. Вот что, Питер Хэммонд. Ты не рэпер, случайно? Это помещение провоняло рэпом. А когда я подошел к тебе, у меня аж слезы из глаз повалили от вони. А если на твоей мобиле я рэп найду, то твои куски будут на этой стене. Я вообще в детстве, сука, панком был. Да никакого рэпа я не знаю. Нет у меня никакого рэпа. Ну а чё, гопская мобила? Сони Эриксон, даже дисплея нет. Старый как говно мамонта. Хуйня какая-то. О, Моторола! Вот это вещь! Так, ты Питер Хэммонд. Молодец, рэперок! Пиздить, не пиздить, пиздить, не пиздить, пиздить, не пиздить, пиздить, не пиздить, пиздить. Иди сюда, хуиная рэпоблядина! А, за что? Ща я тебя пиздить буду! А? Так будет с каждой рэперской мразью! Хочу сказать еще о тех людях, не знаю правда кто они. Возможно, в детстве их обидели металлисты, и теперь они пишут в интернете и на улицах распускают слух, используя нашу символику и атрибутику о том, что мы лишь грязные свиньи, которые пьют и валяются, которым насрать на все. Эти люди не имеют никакого отношения к металлистам. Братья-рокеры, если вам надоело видеть эти рожи на улицах городов, вставайте, поднимемся на бой, уничтожим их! За святой рок! Он прекрасен! Студия Delta City представляет полную DVD-версию нашумевшего фильма «За святой рок». 90 минут ядерного забоя и угарных комментов красногорского металлиста Бешеного Макса. DVD «За святой рок» «Ослепи ад». Наших дом.
сжигала запал. В наших сердцах крепла вера Господня и наша религия heavy metal. Внимание, стоят негры у метро. Для чего это стоят негры? Для того, чтобы вы привыкали, что здесь будут негры. Сука, а ты живешь, тварь!
Потом появились полоумные очкарики, исповедующие потреблятство. Они называли себя хипстерами. Их внешний вид в наши годы неизменно привел бы к потере зубов и обрезанию. Бороды и тупой прически, разумеется. По их тухлому мнению, ходить по барам и хлебать дорогое пиво можно, даже не получив офицерский титул на улице, не отсломовав десятки лет у сцены и не побившись за правое дело на стадионах. Такой расклад шокировал даже органы правопорядка, и они тут же вызвали бога демократии по имени Дубиналис для снятия с несчастных людей порчи, в то время как сотни бедолаг в наркотическом трансе начали вываливать на улицу, произнося имена слуг сатаны. Наши морды белые, наши спины синие, наши жопы красные. Мы бело-сине-красные. Резиновая брата легла на ваши плечи, сорванные глотки, траурные речи. Резиновая турбина бежит по вашим спинам, за то, что не согласны, давили вас машина. Вы домой бежали, вы орали громко, рыдали на крованях и мазали зеленкой. А вечером сидели, смотрели телевизор, то, как вас гоняли, и пиздили дубину. Демократическому государству демократизатор – это необходимо для поддержания правовой демократии. Демократизатор – это первая помощь. Он прививает людям любовь, свободе и выгоняет все эти правовые режимы. И каждый полноценный член демократического общества поверит в силу демократизатора, подключенного ручного тормоза. Полноценной правовой демократии. И каждому демократическому гражданину, сложившейся ситуации в стране, поможет разобраться демократизатор, положив на спину гражданина демократический бело-сине-красный отпечаток. Ну что ж, давайте дальше. Пускай вас унижают, пускай вас избивают, пускай уничтожают. Наши морды белые. От этого система запустила свои жернова в интернете, нещадно давя всех подряд. Под пресс попало и множество рок-сообществ. Трусливая администрация некоторых сайтов стала в спешке удалять продукцию нашей студии. И вообще весь рок. Темные силы тоже напустили яду в помойку под названием «Сеть» и начали активную анти-рок-пропаганду. Вскоре силам ЗОК и вовсе удалось стравить славян между собой. Ты так долго этого ждал. Палец нахуй.
несмотря на то, что многие наши братья сейчас покинули уличный фронт и сражаются на фронтах, что ни на есть горячих, настоящий рок никуда не делся. Безумное, а точнее безмозглое время породило множество здравомыслящих рок-групп. Во весь рост встает трэш-метал, дэд и гранд-кор. Жалкие потуги рэперских троллей сметают наши соратники на электронном фронте, не забывая, конечно, об улице. Трэш вам в хату вещает Кринж, и вы находитесь на концерте группы Амитивиль в Москве. Идея группы Амитивиль, отвечая на первый вопрос, это показать людям, что вот сейчас, когда рок-культура стал потихоньку возрождаться, но, к сожалению, не самым приятным образом, чтобы перетянуть людей из более попсовой аудитории, поп-рока, говнорока, в более тяжелую структуру, вот то, что, соответственно, играем мы. Мы год отгастролировали в группе «Коррозия металла». Как ты относишься к дичайшей гомо-рэп-садомии, которая захватила все телеящики страны? Это не описать словами, просто нас, скорее всего, дети смотрят, поэтому это очень ужасно, это очень плохо. Я считаю, это надо истребить, надо взять их под полный контроль, всех расстрелять из автомата и показать им, что надо делать, что надо петь, потому что они все говорят, что они не берут ответственность за наше будущее, за наших детей, но из этих придурков очень много ребят понтуются тем, чего они в жизни не делали и чего они, скорее всего, не смогут достичь. Нигеров нужно использовать правильно, запомните. Рэп это кал! Рокеры, не поддавайтесь на тупую пропаганду гопников. Рок еще жив и кусается. За нами Родина и память предков. За ними лишь наркомафия. Это был первый бой. Война еще впереди. Вылезли двое в лохмотьях и собрали вокруг себя полторы цветных калеки. Так ебаните по ним чем-нибудь, бля! Погопоти огонь!